Этот конкурс проходит по инициативе Центра внешкольной работы города Сочи. Участие в нем приняли ученики школ, гимназий, лицеев и учреждений дополнительного образования со всего города. Юные театралы должны были показать отрывок из любого произведения. В преддверии Дня Великой Победы именно военная тематика приглянулась многим участникам. Отрывок был из «Зори здесь тихие». Это рассказ очень трагичный на тему войны. И мы выбрали лично его, потому что он больше передаст людям те страдания, те муки людей, которые участвовали в войне, что они пережили. Мы хотели это передать зрителям. Жюри старались оценивать юных актеров максимально профессионально, обращали внимание на театральное мастерство, хореографию и речь. Все участники разных возрастов. Некоторые уже успели блеснуть на сцене, некоторые видят столько зрителей перед собой первый раз. Члены жюри признаются, оценивать ребят было тяжело. Хочется отметить детей талантливых, детей способных, детей, которые занимаются большим, прекрасным творческим делом. Они не гуляют по подъездам, они занимаются творчеством. Это очень важно. Конечно, судить детей сложно, потому что все они разные, и уровень подготовки разный, но эта работа очень интересная. Также зрителям была представлена выставка, которая прошла в рамках театрального калейдоскопа. Лучшие работы юных художников смогли увидеть все участники конкурса. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.